Провести с комфортом и удовольствием свой отпуск вам предлагает база отдыха «Майами Бич», расположенная в поселке Степок в конце Федотовой косы. Эта база идеально подходит для семейного отдыха даже с самыми маленькими детками. База отдыха «Майами Бич» – это современный комплекс, который выводит на совершенно новый уровень понятия о комфортабельности отдыха на Азовском побережье. В распоряжении гостей современные двухэтажные коттеджи со стильными двухкомнатными и однокомнатными номерами категории «Люкс». Каждый номер снабжается не только нужной бытовой техникой, включающей в себя кондиционеры и современные телевизоры, но и отдельным удобным санузлом полной комплектации с бесперебойной подачей горячей и холодной воды. Неизменно приятный интерьер довершает общую картину. Вся территория базы имеет аккуратное и красивое оформление, настраивающее на добродушный и располагающий к общению лад. Надежный высокий забор дает возможность не переживать по поводу целостности своих вещей, а также позволяет отгородиться от суеты и добиться покоя во время отдыха. Большой бассейн и джакузи с подогревом – настоящая достопримечательность Майами-Бич, который находится поблизости всех номеров в самом центре территории базы. Это прекрасная альтернатива отдыха на море во время шторма. Возле бассейна можно комфортно проводить время всей семьей. Чистота и порядок территории являются большим плюсом для отдыхающих. Здесь же расположены и места для парковки автомобилей, которые охраняются сотрудниками базы. Высокий уровень комфорта оставит только приятное впечатление и непреодолимое желание вернуться на базу отдыха «Майами-Бич».